30-летняя женщина подозревается в торговле людьми. Потерпевшей стала 20-летняя жительница Чемишлийского района. По данным следствия, вместо работы сиделкой девушку заставляли заниматься проституцией в Милане. В течение 2 недель в феврале текущего года пострадавшая оказывала услуги сексуального характера на территории Италии. После этого она сумела бежать и вернуться в Молдову. По сообщению правоохранительных органов, 30-летняя женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Однако в прошлый раз уголовное дело было прекращено. Сейчас подозреваемая находится под арестом. Если ее вина будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.